Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока по русскому языку – это правописание приставок. Что такое приставка? Как она пишется со словом и почему? Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка пишется со словом слитно, так как это часть слова. Вспомним с вами несколько приставок. О, об, из, раз, до, про, при, под, над, пре, на, без и другие. Итак, что общего в словах посадить, садить, высадить, пересадить, засадить, рассадить? Мы видим, что в этих во всех словах одинаковый корень сад. Также, ребята, в некоторых словах есть приставки по, в, пере, за, раз. Итак, отгадаем, что же это у нас за гриб, и выделим в слове приставку. Посмотрите, ребята, это гриб подберезовик. Ребятки, гриб в слове подберезовик, приставка под. Кто из вас знает, что это такое за целебное растение? Подумайте. Ребята, это подорожник. В слове подорожник корень по. Подорожник, ребята, обладает очень многими лечебными и целебными свойствами для организма. Молодые нежные листья подорожника широко применяются для приготовления салатов с луком, картофелем, крапивой и так далее. Подорожник добавляют во многие блюда, такие как омлеты, запеканки, каши, напитки, пюре, котлеты. Также из подорожника получаются великолепные щи. Свежие измельченные листья подорожника применяются при ранениях, ушибах, ожогах, укусах насекомых, как кровоостанавливающее средство. Подорожник обладает целебным свойством. Итак, посмотрим на этот гриб, вспомним, как он называется. Ну, конечно же, это подосиновик. В слове подосиновик, ребята, приставка под. Выделим с вами приставки в следующих словах. Запел, выиграл, скачал, прочитал, написал, слез и унес. В слове запел приставка за. Выиграл, в, скачал, с, прочитал, про, написал, на, слез, с, унес, приставка у. Итак, давайте же с вами оценим наши результаты, как мы усвоили сегодняшнюю тему. Вопрос первый. Приставка стоит а перед корнем, после корня? Конечно же, приставка стоит перед корнем. Второй вопрос. Приставка служит а для связи слов в предложении, б для образования новых слов. Это вариант Б. Приставка служит для образования новых слов. Приставка это А. Изменяемая часть слова. Б. Неизменяемая часть слова. Конечно же, вариант Б. Неизменяемая часть слова. Как же пишутся приставки? Раздельно, слитно или не пишутся совсем? Мы знаем, что, ребятки, приставки пишутся слитно. Для чего служит приставка? Для связи слов в предложении, делать предложение распространенным, для образования новых слов. Конечно же, для образования новых слов. А где стоит приставка в слове? Перед суффиксом, перед корнем или после корня? Конечно же, перед корнем. Найди слово с двумя приставками: междуречие, безразмерный и выступление. Это слово безразмерный. В этом слове, ребята, две приставки «без» и «раз». Итак, выполним с вами упражнение 292. Ответим на вопросы. Что такое приставка? Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов.
Как пишутся приставки? Приставки пишутся, ребята, со словом слитно, так как это часть слова. А теперь, ребята, подберем и напишем слова, которые начинаются с приставкой «в», «во», «по», «до», «с», «со», «за», «на», «про», «от», «об», «пере». «Вбегать» – приставка «в», «вовремя» – приставка «во», «побежал» – приставка «по», «добила» – приставка «до», «срезать» – приставка «с», «соучастие» – приставка «со», «записка» – приставка «за», «нарисовать» – приставка «на», «пробегать» – приставка «про», «отпрыгнул» – приставка «от», «облететь» – приставка «об» и, наконец, «переход» – приставка «пере». Ну а вашим домашним заданием, ребята, будет выполнить упражнение 294. Спасибо за внимание. До новых встреч!